бренном мире его. Здесь правит культ тела. Тела лелеют, переделывают, кромсают. Думают убежать от смерти. Мало кто верит в бессмертие души. На улице всемирный потоп. Скоро наш Господь всех сдает к чертовой матери. Эль-Нинья. Это теплое поверхностное течение в восточной части Тихого океана. Это тебе что-нибудь говорит? Пока нет. А правда, что вы в Союзе возглавляли следственную группу при генеральном прокуроре? Ничего. А Михеев говорит, что таких следователей, как вы, раз-два и обчелся. Таких следователей, как я, вообще нет. Забудь. Знаешь, кто находится на высшей ступени эволюции? Знаю. Ну, что-то такое припоминаю. Ну. Человек. Точно. Homo sapiens. А дальше есть что? Нет, никого. Только мы. Одними. Кто такой Симон Рыба? Это ерунда. Ребята шутили. Морская легенда. Сергей Анатольевич, я в гробу видел ваших рыб. Вы думаете, я застал, да? Нет, нет. Но я тебя пойму. Уехал преступник. Ничко погиб по неосторожности. И все. Просто не трогай меня. Это была на шестом месте беременности. Мне кажется, встретил врача, которого я оперировал. Ну что, теперь в Петербурге? Очевидно, что он еще дальше. Спасибо.